Это исследовательский центр «Черная Меза», говорит доктор Чарльз Браун. На данный момент мы работаем над технологией быстрого перемещения в пространстве. И спешу обрадовать, мы уже продвинулись далеко. Наши ученые уже создали прибор, с помощью которого можно легко проходить сквозь стены. Они назвали его дверью. Это сложная в своей конструкции устройство. Если серьезно, то мы очень долго трудились над этой штуковиной. Дамы и господа, мы представляем вам устройство для создания червоточин, используемых для перемещения в другую поставленную вами точку. Или же просто экспериментальное портальное сквозное устройство T6CW-FBTD. Как вы могли догадаться, девайс используется для быстрого перемещения в пространстве. Еще мы в него встроили небольшой манипулятор энергетического поля с нулевым уровнем, с помощью которого можно подобрать небольшой предмет. Что ж, для чего это все? Поскольку срок тестирования еще не истек, а нам нужно оправдать столь огромные средства, вбуханные в это устройство, было принято решение о создании серии испытаний исследования взаимодействия на тестовый... то есть человека, устройством D6CW-FBTD. Дерзайте, господа! Все, ребята, мы тут окончили.